Лучше 16-ки прикупить такие. У них есть 16 размер? Да. Но тоже 5100. 514,3 я их не встречал. Включи еще раз, пожалуйста. А они сколько примерно будут стоить? Да от состояния зависит. Ну это же хорошее состояние. Ну как, покраски, коцики есть, ну как бы краска уже сдувается местами, ну блин. Они конца 90-х годов, скорее всего, модель. Максимум начала. 90-х годов они хорошо состояние. Ну, живые. Внутрянку сниму. Чуть-чуть подбивает. Следующий. Саша, блядь, упирался мне за этот бустер, я говорю, да залупанных. Ну вот сколько они в таком состоянии будут 16 стоить? Это же все равно. Да как сказать, они в Японии стоят очень по-разному. Ну, грубо говоря, за такое, ну, среднестоящее, ну прям как у этих, ну я думаю, рынок им что-нибудь там 16-18 рублей. Ну, это максимум. Чисто японская цена, да, плюс доставка. Нет, это имеет уже со всеми расходами, за сколько их можно пытаться продавать здесь. А их еще найди. Ну что там подходящий? Подходящий чуть-чуть. Можно же выбрать все равно. Наверное. Егор должен сказать, да? Можно найти. Можно найти? Что можно найти? Вопрос времени. Сколько искать и сколько ты готов ждать. Опа. О, блин, я там колпачок не успел достать. Слушай. Это четвертый, да, уже получается? Да. Играет внутрянка.